Всем здравствуйте! У iPhone и iPad есть одно неприятное ограничение. При помощи мобильного интернета из App Store нельзя загрузить приложение, размер которого превышает 200 мегабайт. Что же делать, если нет Wi-Fi, а скачать нужное приложение необходимо здесь и сейчас? Как же обойти это жесткое ограничение? Делюсь с вами своим опытом. Итак, заходим в настройки. Основные. Дата и время. Убираем галочку с автоматически. Вот у нас стоит 27 февраля. Остальное все не трогаем. Ставим несколько дней вперед. Ну, допустим, 27 марта поставим. Все, просто выходим отсюда. Нажимаем App Store. Все, загрузка пошла. Также в описании даю ссылочку. Что делать вот в этом случае, если такое высветилось у вас. Любое приложение, любую игру можно скачать на старый iPhone, на старую операционную систему. Вот как это сделать. В описании будет ссылочка.